Да. Одни помню гарно.
Саша, вот здесь вот ведро давай. Давай. Одно. Я послушаю, не знаю. Не, не знаю, это все, это все сырое. Куда это? Куда? На его туда, а там еще подожди. Давай. Ну ладно, я потом пройду, так отпущу. Кореши любят, примерно. Я не буду топтать до тех пор, пока ты не скажешь уже все. Хорошо. Я тогда все ровно утопчу. Скажешь, вот там будет, то будет. А это куда, да? Неси туда. Представляется, знаешь мне, да? Боб Марли сидит там спокойно поет, расслабляется. Что? Боб Марли, регги, знаешь. Не знаю ничего, всякую еду не собирай. А мы трудимся тут. Ну, на острове там, тёплом. Ты что, всякую еду веришь? Да нет, да, музыка, регги называется. Блядь, при людях не говори, будут смеяться и вообще за последнего человека считать. Что за думают? Ему говоришь, блядь, считай, говорит, бритер. Я говорю, маме, бабушка не понимает регги. Она говорит, Боб Марли не понимает. Она говорит, бабушка это не понимает, она понимает, только бросай побольше, бери побольше, бросай подальше. Там еще два ведра осталось, все. Два ведра? Да. И все. Ну я сейчас пройду и подожди. Я сейчас пройду. Может, действительно где-то и... Да там уже ничего нету. Ничего нету. Все, сгребли.
все, там уже ничего собрать нельзя. Иди смотри. Нет, собрать можно, но надо же оставить и нагляд на земле. Эта земля уже сколько не удобрялась лет. Ты же хотел еще полный собрать эти. Соломку собери себе еще. Крестик вспотел. Фух.